Всем привет! Давненько у нас уже не было роликов по PUBG Mobile. Тем временем я играл, тем временем обнова вышла, новая карта вышла. И почему бы нам не побегать там? Рейдовцы, не переживайте, ролик по рейду будет завтра, он уже на рендере. А мы пока поиграем в голодные игры. Let's go! И стоят. Хаешечку только так. Так вот, вот так вот, вот так вот. Опа! И все. Теракт. Угу. Да-да. Людей 52. Что происходит? Вроде же как только 50 может быть. Давайте проведем прогноз погоды. В Ангуе будет скопление людей здесь и здесь. На севере у нас будет обновка разрежена. Туда прыгать и будем. Прикскок, прикскок, прикскок. Не знаю, куда я тут долечу. Карта, в принципе, маленькая. Давай туда полетим. Под спринг, так под спринг. 51. Кто-то умер, не выходя из самолета. Так, кто-то дальше полетел у нас. Так, ножки не замочи. Тарабаш, что может быть лучше? Тарелька может быть лучше. Ага, вот у нас тут новая пушечка имеется. Как же стрелять из тебя, если мушки нет? Ну, мы все равно ж пострелять должны, да? Отдачи почти нет, если что. Что будет? Подождите, у меня тут что-то. Ух ты! Не знал про такие коробочки. Скорылька. Оп, стояночка. Скорылька больше не интересует. Харабейн. Вообще замечательно. По луту тут хорошо, тут прям как на санке. Почему-то всегда все... А, стоп, нет, мне не интересует тогда. Подождите. Перебери. 5-4х, подожди. Тоже надо. Это Red... О, давайте, тут что-то. Так. Ну, погнали. Говорят, война. Надо ребятам помочь. Это явно ж бот. Либо это два бота было. Тут тоже может быть. А, мне тут в зону надо, вон оно что. Еще у нас, конечно же, нет времени, но я вам сейчас покажу. Тут вот эти озера, они бустят. Медленно, но бустят. О, кайф. Смотрите, сейчас полоска появится. О, пошли, пошли. Идите внизу, бустит меня. Такие вот дела. Давайте еще помочь им ножки. А, вот как раз и зона. Плавать ты не умеешь, да? Невозможно лечь, невозможно сесть. Встать. А, не, во, можно сесть. Эхочку мы возьмем, с вашего позволения. О, вертикалочка. Вот так вот. Да и ты сюда иди. Иди отсюда, ты тоже меня не интересуешь. Вот как-то так. Да вообще, чувак падал. Где ты делся, мой хороший? А, мне же показалось, кто-то где-то топает. Пустик. Каешечку на всякий случай. Хотя, тут, конечно, катки очень быстрые получаются. Зона очень быстрая. Что-то слышу. Как играть в этой игре, если непонятно, где звуки? То есть, ну, ты слышишь звук? И? Челик был. Не,
сложнее, понимаю, если ты играешь на телефоне. В целом там, конечно. Опа. Там кто-то есть, но непонятно где он. А идти вниз тоже неохота. Еще непонятно, с чего он стрелял. Такие звуки не ярко выраженные, то есть приглушенные. Бот ты или не бот? Ну, по луту сложно сказать. Может и бот. То есть была дверь открыта. И опять мне надо в зону. Вот что я говорил. Что зона очень быстрая. Опа. Иди сюда, мой хороший. Где ты там бежал? Пойдемте на сближение. Он захолодился в здании. Бежал же, я же видел. А, опа, все понял. Вот, здравствуйте. А не надо было просто тут крысятничать. Как он меня увидел? Ну, то есть тоже зрячий. Я сделал вид, что не увидел. Че, неплохо продамажил, половину хп снес. Давайте еще раз распнемся. Где мои хорошие? Ладно. Пока никого. У нас даже машины имеются, вижу. Тропчанский. Пока никого не вижу. По-хорошему надо почекать. И опять же, кто в этой катке, кто на этой карте уже несколько раз играл, он знает, что тут зона очень быстрая. Ага, тут тоже он заруба была. В принципе, тут действительно будет большой процент выигрышев у того, кому реально повезло, на кого зона сойдется. Потому что из-за того, что тут постоянно ты должен ходить, ты часто делаешь тактические ошибки. Либо у тебя нет нужного кавера. То есть, ну, там вынужден быть там, где не хотелось бы. Ну, я предлагаю зайти в здание. Тут, конечно, пока не... Ну, пойти и пободаться, кто там где стрелялся. Куда он делся? Ой, вот это я, конечно, мазила. Ладно, можно уходить. У меня был шанс, я его благополучно... Того. Давайте лучше займем позицию. Прибежит, сразимся. Не прибежит, не сразимся. Тут лучше всего в кемп продвинуться, потому что... Достаточно открытое пространство, с той стороны может в ухо прилететь. Так, а тут либо кто-то был, либо кто-то есть. Вот в чем прикол. Ну что, где наши хорошие?
минимум оттуда к нам чувак может прийти. Звука вообще нету карты. Самое забавное. Вот давайте тогда пока забустимся. Раз время есть. Польки все равно тоже есть. Смотрим. Будет ли кого-то давить. Никого не вижу. Мне опять нужно смещаться. Неприятный момент, когда приходится покидать то место, которое могло прикрыть твою попу. А ты в зоне? А-а. Так, подожди. А этот край? Ползай, да? Ты мой маленький. Иди-ка, иди-ка сюда. Ты же где-то здесь. Я это слышу. Ух ты, ё. Так, мне срочно надо переместить. А где он был? Ой-ой-ой-ой-ой. Его не вижу. Чувак или нет? Наверное, не даст, да, его так посмотреть. Блин. Что будешь делать, да? Так, нас четверо. Дымов я так и не удосужился подобрать. Ясненько. Вообще не в ту сторону. Ну это он. Что? Да в смысле? К ним, мой хороший. Зона пошла. Отлично. А, и вот нас двое осталось. Но он наверху. Это не есть хорошо. Пока бустанемся, вдруг это будет решающим. Теперь просто проблема в том, что у меня ждун или нет. Пойду я уже с зоны. Будем мельтешиться, как раз пусть поменьше будет. Это наш пак объявился. Вроде он меня тут не увидит никак. Это что я говорил, были бы в этой игре звуки понятные, было бы, конечно. Она пошла. Давай, панели пропал. Нет. Ну, попытка хорошая была. В принципе, 5 килов настреляли. Блин, ну тоже интересно. Я точно в него попадал, но он четенько прыгнул. Я даже не знал, что так можно. Хорош. Что ты палишь? Что ты палишь там, а? А ей, наверное, шею заклинило. Что, расклинило. Ой, у меня заклинило. Ой, налево заклинило. Что там, где там ближайшее место? Все сейчас будет заруба, вообще был. Дай сюда полечу. Вон там уже кто-то летит. Уже не сам буду. Уже не заскучаю. Какие-то бочки. А это часом не спикада, вот эта арена. Очень похоже. Ну ладно, братан, тут тогда получается я сюда. Там
там на реакцию бегать, забирать пушку, особенно вот когда вот такая ерунда падает. Так это получше будет. Инспектор, инспектор возьму. Стоять, дымы, на базу. Давай сюда. Ну, в смысле, я пройти не могу. Тайга не интересует. А, хилки интересуют. Второй тоже бери. Вот. Отлично. Стой! На лету лутанула. Дым еще один забираем. О! Берил возьмем. А, говоришь, прицела у меня нет. КС-ка. Ну, как бы выбор очевиден. Он X2 как раз. Иди сюда. Кыш, кыш. А, не-не, все правильно стало. Там же придираюсь. Умер. Здравствуй. Ну, похоже, что это он. Это не факт, но похоже. Блин, ну я даже не знаю, кстати, интересно, что сильнее дамажит, СКС-ка или этот мутант, что там было. Потому что, ну блин, я в чувака всадил 4 шота СКС-ки, и он выжил. Как-то неправдоподобно, если честно, звучит. Опять X2. Говорит, это мне уже не надо. Тоже не надо. Вообще ничего не надо. А прицел нормальный. Совочка. Вдруг он тут лежит. Я пробежал мимо. Не лежит. Но зато мы знаем ответ теперь на этот вопрос. О, вот это тут, конечно, лута, но нет прицела моего. Вот это не вот это вот вы наверху, да? Если он остался наверху, может, у него есть прицел? Но не хочет его отдать. О, ну вот. Ух ты, ё-моё. Приприкол, дядя. А где ты? Хм, ладно. Сейчас поближе приду, я тебе расскажу, ты понял? Ой-ой-ой-ой. А где он встал? Подожди, отходим. Да ё-моё. Так, что-то я вообще не понял. Ладно, не беда. У тебя крутанём. Здравствуй, АИМ. В этот раз меня М-ка не подвела. Теперь отдавай все мои ништяки. Спасибо. Почти задавил, вы представляете? Ужас. Ну, в смысле? Да ё-моё, ну что не так с этой игрой? Наконец-то, спасибо. Давайте еще бустанемся, пока есть время. Никто нам не препятствует это сделать. А, мне опять в зону надо, я тут прохлаждаюсь. Погнали.
Оп, показалось. Да, показалось, это первый. Казалось, третий лежит такой. Сверкает. Меня только не хватает, но нет, показалось. Airdrop там и люди, мне бы, конечно, туда. Не, вниз я не хочу идти, погнали лучше по камням походим. Люди еще пока нормально. Быстро отлетают все, остается там 10. А, просто вода, да? Там термальные источники. Ясненько. Тут прикольная растительность. Плохо так. Ох ты, ё-моё! Ох, спасибо! Ох, PUBG-ист именно. Да. Да, вот напомнил мне, что я играю в PUBG, и что тут лежены. Ребятю, да, ясненько. О, прицел нормальный зато принес. Да, ну вот лежи дальше, да. Так, да, ты нужен. А сходится, вот тихонечко сходится. 8 живых, так, уже топ-10, отлично. Вообще место хорошее, оно, конечно, открыто со всех сторон, то есть прям надо понимать откуда. Но тут и увидеть можно, и закрыться можно при желании. О, я как раз на краю, вот, и замечательно. И честно, тут это стреляет. А вон он, чувак. Ну, я не знаю, это, наверное, Unreal его. В таком расстоянии, где он там был. Топнул кто-то. Опять мерещится. А он бежит. Блин, ты, конечно, мне помешал того нормально продамажить. Типа я прицелился, я, по-моему, хедшот повесил бы. Но пришлось действовать быстро. Вообще есть подозрение, что у меня есть смысл таки прибежать быстро к нему, может что-то там подлутать с него. Нет, броньку я так и не намутил. Хотя, можно еще к тому сгонять, может там что-то есть. У меня очень так хорошо продамажили. Тут уже явно там не лежит, да? Спасибо вашему дому. Идем мы поверху. Блин, зона уже опять давит. Понял. Это в учебниках мы можем сходить поверху, да? По-любому кто-то сидит. А, в смысле. Нельзя терять время. Бум крутить. Постараться все прочекать.
камешки. Главное тоже все прочитать. Это я не в зоне, да? Блин. Так, ну кто сверху, он явно доминирует надо мной. Ну, теперь ждем сужения, потому что тут много где можно выйти. Так. Ну я знаю направление, поможет ли мне это? Блин, мне на него идти. Ну, устраиваем дымовуху. Блин.